Сегодня мы познакомим тебя с мощным смартфоном Sony Xperia X. Это флагман линейки, которая открывает новый этап развития компании. Тонкий металлический корпус отлично лежит в ладони благодаря закругленным краям. Цвет модели, которую вы видите на экране, называется «золотой лайм». Также дизайнеры предлагают другие расцветки – белый, графитовый черный, розовое золото. Стоит взять смартфон, и тебе уже не захочется выпускать его из рук. Девайс работает под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Он оснащен ярким 5-дюймовым Full HD дисплеем с закругленным по краям стеклом. Его работу обеспечивает мощный 6-ядерный процессор. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта. Благодаря такой начинке смартфон справляется и с несложными повседневными делами, и с воспроизведением видео, и с играми. Для большей безопасности разработчики предусмотрели сканер отпечатков пальцев. Он встроен в кнопку питания. И это очень удобно. Нажал, включил, и сканер тут же убедился, что ты хозяин девайса и тебе нужно дать доступ. Sony Xperia X оснащен литий-ионным аккумулятором, емкость которого составляет 2620 мАч. Также в этой модели реализована интеллектуальная технология управления расходом заряда, благодаря которой смартфон способен без подзарядки проработать до 2 дней. Ты можешь быть уверен, что Sony Xperia X не разрядится в самый неподходящий момент во время важного разговора или посреди утренней пробежки. Камера этого смартфона приведет в восторг ценителей мобильной фотографии. Она оснащена 23-мегапиксельной матрицей и светодиодной вспышкой. Но самое интересное в ней — новейший предиктивный автофокус. Он не просто автоматически отслеживает движение выбранного объекта съемки, но и предугадывает направление его движения. Поэтому объект всегда останется в фокусе, а фотография получится безупречно четкой. Благодаря камере, предугадывающей направление движения, ты можешь сделать качественные фото автомобиля, несущегося на полной скорости, или непоседливого ребенка, который так и норовит убежать от фотографа. Камера переходит из режима ожидания в режим съемки за 0,6 секунды, молниеносно наводится на объект и быстро обрабатывает изображение. С ней можно запечатлеть самые неожиданные и мимолетные мгновения. Фронтальная камера с 13-мегапиксельной матрицей – настоящий подарок истинным любителям селфи. В ней используются фирменные светочувствительные датчики Sony, благодаря которым ты можешь смело снимать и днем, и ночью. Снимки в любом случае получатся качественными. Сделанными снимками можно быстро похвастаться в интернете. Sony Xperia X поддерживает сети 4G LTE, поэтому со скоростью передачи данных проблем не будет. Sony Xperia X — симпатичный, сбалансированный смартфон, обеспечивающий своему владельцу множество возможностей для общения и развлечений. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к этому обзору на сайте svizno.ru.